Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами ваша любимая рубрика «Распаковка». Сегодня будем с вами распаковывать посылочку от любимого Василька, любимый Василек. На их сайте вы можете найти как одежду по очень хорошим, вкусным ценам, скажем так, и постельное белье, и полотенце. В общем, ассортимент огромный. Наш отечественный производитель, что немаловажно, и цены действительно очень доступны. Давайте сейчас распакуем посылочку и посмотрим, что же я заказала. Вещей немного, всего 4 позиции, но все жизненно необходимы. Моя любимая расцветка. У меня их сейчас 2, знаете, темно-синий и черный. Черный с белым. Так, с чего же мы с вами начнем? А вот такой вот симпатичный костюмчик. Темно-синий цвет. Хлопок 100%. Вот когда вы мне пишете, что я заказываю синтетику, то у Ивановского трикотажа как раз-таки всегда хлопок. 100% хлопок. Который очень хорошо все впитывает. Ну и натуральная дышащая ткань. Вот такой вот костюмчик я заказала. У нас сейчас уже на улице, хотела сказать, приближается осень. Знаете, как этот только с отпуска приехал, ты никак не можешь понять, что осень уже на дворе. Понимаете, сентябрь месяц. А так как денечки стоят, ну, прямо-таки, скажем, летние, то тебе кажется, что, ну, прям еще на улице лето. У меня даже, я вчера с девочкой разговаривала, говорю, а где вторая девочка? Говорит, ну как, говорит, пошла в школу за ребенком. Ах, что она в школу за ребенком? Ну, то есть, как бы, у меня все еще лето. Вот такой вот костюмчик. Домашний костюм для дома. Шорты. Кстати, шорты всегда сделаны на резиночке, на довольно-таки плотной резиночке. Ну и еще раз говорю, что очень хорошее качество здесь. Легкие, практически невесомые для дома, то, что нужно. Ну и зайка такой игривый. Давайте примерим. Итак, вот такой вот замечательный костюмчик. Очень-очень классное здесь качество. В этот раз заказала 54 размер. Он мне немного большеват, потому что у любимого Василька, в отличие от других производителей, у них всегда размер идет с запасом. Вот здесь я всегда четко знаю, что если я заказываю 54, то он полный, полноценный, 54, 56 сюда войдет в том числе. Если заказываешь 52 тоже, ну, в общем, любой размер заказывайте, маленький он вам не будет. Ну и, в общем, качество огонь. Давайте посмотрим в зеркало, как это смотрится. Итак, вот такой вот костюмчик. Еще раз говорю, качество просто сказка. Вот знаете, это когда ты дома ходишь, не то, что вот я там нахваливаю, да, потому что там я заказала этот костюм, а потому что реально вот именно у этого костюма качество огонь. Вот если кто закажет, не пожалеет. Очень-очень приятная, нежная ткань. Вот сейчас, когда еще, знаете, не включили полностью отопление, когда уже во многих домах прохладно, это просто великолепно. Шорты я уже показала на довольно-таки плотной резинке, ну и, соответственно, они ну, прям по колено. Удлиненные, скажем так, шорты и длинный рукав. То есть, знаете, прямо даже к Новому году я прям представляю, как я буду пить чай в этом костюме уютно, вокруг гирлянды. Прям такая картинка у меня сразу. Ассоциации идут с Новым годом. Почему, не знаю, может быть, потому что здесь звездочки, не знаю, кролик или еще что-то. Кролик смотрит сверху с облачка на город. Очень симпатичная расцветка. Артикулы, как всегда, вам все оставлю. Ну и, соответственно, ссылки. Ссылки всегда в инфобоксе. Под видео всегда есть все ссылки, куда вы можете перейти и все посмотреть, чтобы вам было просто, и чтобы вы не искали. Или я даже здесь, наверное, приложу артикул. Единственное, что хочу сказать, что далеко не всегда все эти костюмы есть
в наличии. Такой тоже момент имеется, поэтому если понравилось, то лучше сразу заказ, потому что потом может уже и не быть нужного размера и нужной модели, потому что всегда меняется ассортимент. Вы знаете, что я довольно-таки часто делаю такие распаковки, и вот такого костюма еще у меня на обзоре не было. Ну и следующий вариант — это туника. Такая в восточном стиле. Цвет здесь, знаете, темно-синий. Ну, так бы я сказала, синий-черный. Я увидела ее на сайте и, ну, просто влюбилась. Влюбилась вот в этот орнамент. Мне очень нравится. Здесь, знаете, такая... Как же это раньше называлось? Типа, как правильно? Ну, в общем, смысл... Посмотрите внимательно, чтобы вот передавалось. Здесь как будто бы вот посеребренный вот этот вот такой рисунок. Он с блестками. С блестками. И, ну, в зеркало, возможно, знаете, как цвет не настолько хорошо передается. Давайте, наверное, подойдем к свету, чтобы было понятно. Вот такой вот серебристый, яркий, насыщенный рисунок. И в то же время само платье, ну, туника, она темная. Темная. И вот на этом фоне, ну, кстати, здесь видно, да, что такой темно-синий цвет. В зеркале немножечко отсвечивает. И непонятно. 750 рублей. Вот это все удовольствие. Можно как спать в этом удовольствии, хоть на пляж можно в том числе пойти, ну и, соответственно, по дому ходить в том числе. Здесь тоже есть кармашки, и, ну, прям это очень удобно. Я обожаю такие вот свободные туники. 54 размер я заказала, ну, там можете писать, что больше, не больше. Вы заказываете тот, который нужен вам. Я заказала тот, в котором комфортно мне. Пусть он будет не маленький, там, как вы пишете, на 4 размера, а мне его носить, не вам. Это самое главное. Мне вот он очень-очень нравится. В общем, прям number one. 750 рублей. Все удовольствие. И у вас вот такое вот симпатичное, легкое платьице. Ну, я, конечно, такое возьму с собой на пляж. Мне говорит, Лена ничего не берет с собой на пляж. Возьму. Специально буду в нем ходить и вам показывать. Ну, а вы, соответственно, можете использовать его и для дома, и для пляжа. В общем, там, где вам нравится. Ну, а с обратной стороны оно просто обычное, без принта, черное платьице. То есть, если у вас фигура стройнее, то у вас прям вообще будет шикарно смотреться. Знаете, аппетитных девушек никто не отменял. И практика показывает, что обычно за 45 стройных, прям совсем там 44-46 размер, не так много. Хотя по-разному все бывает. Так, а мы сейчас с вами идем дальше. И вот что мне выбрать? Костюм. И тот, ну, давайте вот этот выберем домашний. Вот этот великолепный костюмчик стоит всего лишь 1323 рубля. Здесь лосины легкие. Легкие-легкие такие лосинки, велосипедки. Тоненькие, хлопок, опять же таки. Довольно-таки интересный рисунок. Цвет губ практически как у меня сейчас в данный момент. Футболка удлиненная, девочки. Ну, обычно, когда размер плюс сайз, понятно, что хочется, ну, немножечко, как вы мне всегда пишете, прикрыть энные места. Хотя мне, знаете, я не комплексую. Я человек без комплексов. Я могу и так, и так. Ну, для тех, кто вот просит модели подлиннее, пожалуйста, подлиннее. И футболка. Обратите внимание, как сделано. Здесь приспущенный рукав, линия плеч, вот так вот, видно до середины локтя. Такая модель тоже многим нравится. Костюм как для дома, то есть идеально просто дома ходить, я вообще обожаю велосипедки. Также можно пойти, в принципе, заниматься в зал. У многих девушек размера плюс сайз очень часто стоит такая проблема, что не в чем идти и заниматься в зал. Многие думают, что производители, я имею в виду, что занимаются только стройные девушки. И вот если, допустим, спортмастер взять, то 52
максимум 54. Это прям максимум, и нужно постараться. То есть даже если девушка 56-го, 58-го решила заниматься, решила наконец-таки вести здоровый образ жизни и хочет заняться спортом, ей не в чем это делать, потому что нереально найти одежду на свой размер. А тебе, допустим, хочется ходить в зал, а тебе просто не в чем. Вот это вот просто, ну, вот идеальный вариант. У любимого Василька, у них огромное количество размеров, сетка довольно-таки большая, и любая девушка, женщина найдет для себя то, что нужно. И для дома комфортно, просторно, и для зала в том числе отлично. Ну и куда хотите, и спать можно в таких костюмчиках. Это уже, можно сказать, на любителя. А то сейчас, знаете, найдутся те, кто скажет: а мы спим в неглиже, а мы вообще без ничего, а мы спим там в шелковых ночнушках. Знаете, я ничего не имею против шелковых ночнушек, но это чисто индивидуально у каждого. То есть я очень мечтала купить себе шелковую ночнушку. Я прям вот, ну, они это удовольствие не из дешевых. Я помню, купила за 5000. Она такая красивая, белая, кружевная. Здесь такие кружавчики, вырез такой классный. По колено. В Стамбуле мы были, я ее покупала. И я попробовала в ней поспать. В общем, проснулась я без нее, потому что посредине ночи я сняла. Она скользкая, скользит по телу. И, ну, это некомфортно и не очень удобно. Может, конечно, там был не самый лучший материал, там шелк или еще что-то. Но, в общем, на этом я завязала. Для меня, конечно, удобно вот спать вот в таких каких-то хлопковых костюмах. Ну, опять-таки, на вкус и цвет товарища нет. Артикулом этого костюмчика я, конечно же, с вами поделюсь. Но давайте посмотрим, что за костюм у нас там еще с вами остался. Ну а дальше я прямо-таки рискнула. Знаете, сейчас очень популярна вот такая вот ткань в полосочку, как она, лапша называется или как. Очень многие ее используют для спортивных тренировок. Вы же знаете, я тоже купила абонемент в клуб. Правда, там было еще немного, но сейчас самое время начинать заниматься спортом по весне. Обычно все это делают. Заказала тоже 54 размер. Вот здесь можете посмотреть артикул этого костюма. И по артикулу можете его найти в том числе. Можете по ссылке перейти. Удлиненная здесь кофточка с длинным рукавом. Что касается состава, то здесь 96 состав ХБ и 4 эластан. Ну, понятно, что он же должен тянуться. Давайте его примерим. Ну и я сейчас говорила на предыдущие костюмчики, что это любовь-любовь. Но это любовь-любовь в квадрате. В квадрате. Костюм за счет того, что он со стрейчем, за счет того, что темного цвета, он очень сильно стройнит. Согласитесь. И в то же время он легкий, потому что состав ткани я вам показала. Сейчас я выйду на свет, чтобы вам, давайте-ка, чтобы вам было понятно. Вот она, видите, какая здесь полосочка. Здесь есть куда растягиваться этим лосинкам, есть куда растягиваться этой кофточке. Здесь вот такие вот игривые разрезы. Ну и что немаловажно для вас, опять-таки, для многих, потому что я уже стала получать эти комментарии, что Лена, не прикрыта зона паха, там нужно закрывать. От кого все закрываются, я даже не знаю. Мне кажется, от других женщин, скорее всего. Ну, потому что мужчинам там, в принципе, все понятно, да? Вот. Поэтому вот такой вот удлиненный вариант. Разрезики игривые сбоку. И даже посмотрите, я даже встала вот так вот, можно сказать, в профиль, не в профиль, а как боком. И мой немаленький живот, он немножко втянулся, понимаете? Втянулся за счет вот этих вот лосинок. За счет этих лосинок кармашек. Кармашек здесь довольно-таки большой. Я обожаю карманы. Ну, еще раз говорю, я просто в восторге от этой ткани.
Вот это прям, вот знаете, и на тренировку, и сейчас на улице похолодает там до 18 градусов, сверху еще что-нибудь накинул и пошел. Или заниматься тоже пошел на беговую дорожку, или по дому ходить. Но я думаю, что каждая женщина найдет применение такому костюму у себя в гардеробе, потому что гардероб у нас у женщин, если я вам покажу свой, ну, не буду вас шокировать, скажем так. Правда, вот просто шикарно. Лосины здесь не просвечиваются, шва здесь не видно, и если у вас размер больше или меньше, то любой размер здесь будет смотреться просто идеально. Прям number one в моем сегодняшнем обзоре. А вы напишите. То есть, видите, вещей я заказала в этот раз немного, но все вещи удачные, все вещи имеют место быть. И, ну, правда, я в восторге от этого. Теперь мне не надо. Я думала, что мне нужно покупать в зал форму, а у меня теперь целых два костюма. То есть на холод вот такой вот удлиненный, на тепло вот такой вот укороченный, который показала предыдущий. Ну а вы можете еще написать, кстати, с чем носить. Сюда еще можно белые кроссовочки, сверху вот, допустим, какую-нибудь джинсовочку. И побежали тоже заниматься тем же самым спортом на улицу, когда сейчас будет уже прохладно. Кстати, напишите мне, пожалуйста, у кого какая сейчас вообще погода. Ну, москвичей-то понятно. Москвичей, у Подмосковья, у тех, кто живет в Турции, в теплых регионах, там Краснодарский край, Сочи, у тех тепло. Но знаю, что уже у огромного количества людей, которые живут на севере, уже погода не так сильно радует. Посмотрите, посмотрите, прям, знаете, как... постройнел благодаря костюму. Мне это нравится, мне это очень нравится. В общем, еще раз говорю, где вы можете заказать все эти вещи. Ивановский трикотаж, любимый Василек, сайт, заходите на сайт. Сайт сейчас очень удобный, очень удобно что-либо искать, и постельное белье, и полотенце, и салфетки разнообразные для кухни. В общем, все, что касается трикотажа, там вы все это можете найти. И мужская одежда, в том числе огромное количество разных футболок, спортивных костюмов, костюмов для дома, для сна, ночнушек. По очень-очень классным ценам. Так что переходите, присоединяйтесь. Обязательно каждый для себя что-то найдет. У нас сегодня в честь моего приезда вот такой вот обед. Ну, понимаете, да, я соскучилась уже давно, этого дела не видела. А вообще буду готовить супчик сейчас. Супчик куриный, то, что нужно. Дорогие друзья, вот такой у меня получился обзор. Гладильная доска и я неразлучимы. Вы знаете, как приехал после отпуска, и после такого отпуска нужен еще дополнительный отпуск, потому что это вот прям был у нас трип такой с перемещениями. Мне безумно понравился наш отдых вот такой вот с перемещениями. Но еще не хватило какого-то релакса, такого, чтобы, знаете, никуда не бежать, не скакать, встаешь с утра, не торопясь занимать там лежаки или еще что-то, или там на завтрак пропустить завтрак, то есть, чтобы да, проснуться к обеду. В общем, не поверите, я вчера легла спать, посмотрела немножко фильм «Ангел мести», ну, такой... Я не могу сказать, что прям сильно увлекательный, но мне нравится Татьяна Арнгольц, и поэтому с удовольствием смотрю его. Вот. Но пол девятого вечера я уже спала сном младенца. То есть вообще вот, проснулась пол седьмого утра, не просыпаясь за ночь вообще нисколько. Знаете, это, как говорят, уснул мертвым сном. Вот то же самое. Я не знаю, накопилась какая-то усталость и отсутствие сна. То есть, ну, мы постоянно вставали очень-очень рано, ложились иногда поздно. И здесь просто я отоспалась за несколько дней вперед. И сегодня, честно, у меня такая же история повторится.
Ну, с чем это связано, я не знаю. Понятно, что домашние дела, сейчас суп сварить, что-то приготовить, в общем, понятно, на работу сходить. Но это уже обычные житейские дела. Ну, а вам всем огромное-огромное за просмотр. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, что подсказываете. Говорят, зачем ты накупила сейчас летних вещей, зачем они тебе нужны. Лишние никогда в гардеробе не будут. В любой момент собрался в теплую страну, у тебя всегда вещи есть. Я уже для себя сделала вывод. 3 костюма с шортами. Одни подлиннее, другие покороче, с рубашечкой, с маечкой. Ты их можешь всегда каким-то образом сочетать вместе. И все, и тебе больше ничего не надо. Одно платье на вечер. Ну, мало ли какой случай, может, там куда пойдете, в какое место там. В ресторан или еще что-то в такой необычный. То есть, ну, во всяком случае, вы будете подготовлены, у вас это будет все. Больше ничего. Вот такую вот туничку с собой взять, как сегодня я показывала, чтобы на пляж ходить. Вот как я взяла платье, извините меня, там 3000 стоит. А, ну, оно прям тоненькое. За что там такие деньги, непонятно. Все. И это все. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Пока-пока.